Rider, bust, you need it. Beacon off a parking, bitch, I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, drifting on the pavement. Всем привет! С вами Макс. Вы на канале Top Drive Games. И сегодня мы будем играть в Retro Garage. Это игрушка для мобильных телефонов. Не знаю, есть ли она на андроиде, но думаю, что по-любому есть. Я играю с iOS. Итак, давайте заценим, что это за игра и с чем ее едят. Итак, новая работа. Какой-то парень зацепил меня, пока я перестраивалась. Починишь мне заднее левое крыло? Сложность легко, оплата 100 рублей всего лишь. Давайте начать. Итак, ух-ух-ух, нам дают сразу же жигу, семерку. Итак, перед тем, как начать, стоит ознакомиться с краткой инструкцией по ремонту авто. Давайте же ознакомимся. Вращая машину, найдите сломанную деталь и нажмите на нее, чтобы снять. То есть, у нас сломанная деталь — это заднее левое крыло. Ну, по-хорошему, конечно же, заднее левое крыло на классике, оно не снимается никак, если только болгаркой его вырезать. Но тут буквально одну кнопку нажал, и ты его снял. Итак, нам нужно перетащить сломанную деталь вот сюда. Мы ее ремонтируем. И теперь обратно устанавливаем. Вот и все задание. То есть, а в реальной бы жизни нужно было вначале спилить это крыло болгаркой. Ну, я не знаю, вообще нахрена его надо было спиливать, если его можно было просто на месте восстановить. Или же купить новое, и новое уже вваривать, а потом еще только красить. А тут, блин, вот, блин, за 100 рублей буквально 5 секунд делов и все. Конечно же, это было довольно просто. Сегодня еще несколько клиентов, не стоит заставлять их ждать. Давайте работа. Итак. Одна дамочка резко перестраивалась прямо передо мной и поцарапала мне крыло. Посмотрим, что можно сделать. 150 рублей она дает. Или это мужик? Мужик. Ну, по-любому, на УАЗике мужик. Так, крыло. Охренеть, тебе что, еще один УАЗик врезался, что ли? Я не понимаю. Так, ну давайте снимаем крыло и чиним крыло. Вот так вот. Быстро, непринужденно починили ему крыло и все, и заработали баблишко. 150 рублей. Так, давайте дальше. Такой дедан у нас тут. Капот заклинило, а дверь багажника заржавела. Глянь, насколько все плохо. 250 рублей дает. Начать. Че, так, снимаем капот. Капот, да, с ним. Ой, тут болты надо откручивать. Ни хрена себе. Так, и... Фига, у тебя вся крышка заржавела. Чувак, как ты ездишь? Чиним заднюю панель и... А, капот. Так, все, ставим обратно панель и капот. Болт закрутили и другой болт закрутили. Все, пожалуйста, забирай свой УАЗик. Спасибо за работу. Пожалуйста. Работа дальше. Я въехала в довольно глубокую яму по пути на работу. Ты бы мог посмотреть, что там с колесом? За 150 рублей посмотреть, что там с колесом. Охренеть, ты шо, совсем? Она, короче, въехала в яму, у нее колесо заржавело вместе с шиной. Как это так получилось вообще, я не понимаю. Чё? Так, 4 болта откручиваем, снимаем колесо и чиним. Ставим обратно. Каким-то странным образом заржавела резина, а мы эту резину как-то восстановили. Очень странно. Ух ты, быстро работаешь. Конечно, тут, блин, делов. Двигатель перегревается, думаю, проблема в системе охлаждения. Ну, давайте посмотрим, что у нее. Ой, блин, да у тебя радиатор, блин, в говне весь. Давайте починим ему радиатор. Все, готово. Первый день вообще просто на изи идет. Ты уже закончил? Отлично. Мы достигли второго уровня, нам дали соточку и 5 биткоинов. Ни хрена себе щедро, мы вообще богачами. Мне уже нахрен не нужен этот сервис, я пошел за 5 биткоинов. Сколько там? 30 тысяч долларов сейчас биткоин-то один. Так, давайте отправляемся домой. Мы за день 849 рублей заработали. Что-то мало вообще.
Итак, новый день, новые клиенты. Сегодня нужно следить за временем и успеть всех обслужить. А, ну давайте обслужим всех. Никак не заводится, думаю, накрылся стартер. 300 рублей. О, вот это уже сумма нормальная. Давайте снимем стартер, починим стартер. Ну и что? Что теперь делать? Возвращаем обратно. Новенький. Как новенький. Тачка как часики заводится. 300 рублев. Погнали. Хулиганы разбили мне стекло. Нужно заказать новое стекло из каталога. 250 рублей. Ну ни хрена себе. Давайте закажем новое стекло из каталога. Для каждой машины свой каталог запчастей. Новые детали появятся после открытия модификации. Так, лобовое стекло надо. Так, ветровое стекло за 40 рублей. Ух, вот такие бы цены сейчас в автомагазинах. За 40 рублей пошел, купил стекло. А, конечно же, идеально подошло. Еду я, никого не трогаю, и рядом катится мое переднее колесо. Догнать не удалось, давайте подберем замену. Начать. Ну ни хрена на УАЗике. Да, чувак. Так она была старая приделать просто. С чего она у тебя катилась? Давайте, запчасти. Переднее правое колесо. 100 рублей колесо. Ну нифига себе цены. Вот это цены так цены. Все, готово. Поставили ему колесо. Возвращайся домой-ка давай. Поворачиваю ключ зажигания, и ничего не происходит. Пора покупать новую машину? Конечно, конечно, давай я у тебя заберу ее за 300 рублей. Так, что у тебя? Так у тебя тут аккумулятору хана. Аккумулятору хана у тебя. Его только утилизировать. На, новый аккумулятор. Давайте купим новый аккумулятор. Так, чуть старый не поставил. Все. Так, это что? Вакуумный усилитель, а вроде про вакуумник ничего не сказано было. На тебе и новый вакуумник. Готово. Мой спаситель. Отлично. Че, вот и все, мы закончили работу. Вообще до 12 часов дня управились. Давайте, о, 966 рублей заработали. Неплохо. Среда, день третий. Уже среда, как же быстро летит время. Вперед за работу. Итак, давайте посмотрим, какая же у нас работа. Двигатель перегревается и плохо заводится. Ты бы мог посмотреть, в чем там дело? А, конечно, можем. Вот, теперь Волга у нас. Давайте посмотрим, что за проблемы. Так, это получается, нам нужно в мотор лезть, да? Ну, во-первых, стартер что-то тут плоховатый. Потом, короче, радиатор нам надо ремонтировать и вентиль. Что-то прям, как можно было так все засрать, так сказать. Все ремонтируем и ставим обратно. Так, болтик закручиваем, радиатор, вентилятор. Блин. Вот все готово. Быстро мы управились с этой Волгой. Третий уровень, 200 рублей и 5 биткоинов. Да вообще нахрена... О, в музее появился новый экспонат. Отлично. А, так, мы можем теперь в город выходить. Давайте посмотрим. О, мы можем, кстати... Нифига себе, у нас 7200 рублей. Мы можем купить тачку. Так, давайте посмотрим, что тут продается. 4800. Семерка. Не, нам не подходит. 4400. Семерка, состояние плохое. Так, ужасное состояние. Волга 5400. Офигеть, ценники. Блин, в плохом состоянии 7000 стоит. Вот еще жига в плохом состоянии. Как можно за 38 тысяч километров ушатать так жигу, а? А в плохом состоянии 4300 стоит. О, 2400. Конечно, состояние хлам. Ну, тут пробег 156. Не, хлам, конечно, я не хочу покупать. Так, вот Волга 5600. Офигеть цены. 5500. Волга в ужасном состоянии с пробегом 189 тысяч километров. Ну, ни хрена себе.
Так, блин, не подходит. Чё-чё-то... Так... Можно... Вот, в принципе, ужасное состояние, но не прям, что прям дрова. 116 тысяч пробегов. Ну, давайте за 3600, в принципе, купим. Мы её же можем отремонтировать. А чё тут автодром? О, мы, кстати, можем сгонять. Ну, давайте попробуем. А, понятно, нам нужно отремонтировать вначале тачку. Все понятно. В музее. Давайте глянем, что у нас в музее. А, то есть тут все доступные тачки. То есть несколько видов семерок. Что у нас тут? 24-я Волга. УАЗик. Восьмерочка. Причем тоже... О, кабриолетом даже есть. Нифига себе. Невасик. Ух, какой там тюнингованный Невасик есть. О, москвич, москвич, давно не видел. Блин, у москвича, конечно, жопа, как у девятки. Вот в этой игре прям смотришь, и вылитая девятка. Так, о, буханочка, запорожец, москвич, Волга 21 и Рафик. О, блин, прикольно, Рафик. О, кстати, о, нифига себе, можно открывать тут все. Кайф. Блин, прикольно. А в банке что у нас? А, понятно, это донат. Так, что у нас тут есть? Свалка. Свалка нам недоступна. А в гараже что? А здесь я могу хранить свое авто. О, тут дофига тачек можно. Так, давайте в мастерскую. Ой. Давайте, кстати, посмотрим, что у нее с мотором. Ну, в принципе... В принципе, сейчас мотор мы починим. Так. Вот это тоже, блин. Карбюратор засранный. Да тут, блин, все, все плохое. Так, и ремень надо снять. В смысле вентилятор? А, вот. Генератор снимаем, короче. Так. А так, а я могу вообще состоя... А, вот состояние. Ну, блин, я уж не буду прям так сильно разбирать, наверное. А трамблер только утилизировать. Так, топливный насос... В смысле, я же его отремонтировал. Понятно. Карбюратор можем отремонтировать. Да, выпускной коллектор. А, впускной точнее. Так, его обратно ставим. Карбюратор обратно ставим. Так, что-то не вижу болта. Настолько чистый карбюратор стал, что... А, вот он. Так... Генератор чиним. Так, прикручиваем. Так, дальше приводной ремень. Шкив коленвала ремонтируем. Так, что у нас тут? Радиатор, вентиль в хорошем состоянии. Так, нам нужно купить воздушный фильтр, сцепление, топливный насос. Так, воздушный фильтр, сцепление, трамблер. Так, топливный насос, где у нас? Водяной насос. А, вот топливный насос. Так, сцепление. Трамблер, топливный насос, воздушный фильтр. Так, почему не заводится? Так, чего нам не хватает?
Чё-то не заводится. А чё сломано-то? Осмотр. Ну не может же быть вот из-за этого. Ага, так, смотрим. Ой, чего? Ни хрена себе тут. Короче, нам придется, блин, разбирать всю тачку. Нифига себе. А, вентилятора у нас нету. Хотя тут, ну, не в таком уж ужасном состоянии. Может, нам просто вентилятор поставить? Ну-ка. Блин, походу весь мотор надо разбирать. Давайте разбирать весь мотор, блин. Снимаем вентиль, радиатор, трамблер. Так. Приводной ремень. Вообще, короче, сейчас все нафиг разберем. Чтобы нам сразу посмотреть, что там по состоянию. Так. Поддон. Ой, уже поздно. Надо типа завтра продолжать. Ну нифига себе тут. Так, мастерская ждать. Итак, у нас четверг. Так, да-да-да-да. Давайте продолжать. Ремонт. Мотор. Так, чего нам нужно разобрать? Ремень нам надо снять. Блин. Клапанный механизм. Как я его сниму? А, поддон надо снять. Да, ой, как плохо-то ему. Так. Да блин, как мне снять клапанный механизм? Я что-то не понимаю. Бред какой-то. Ну. Раскручиваем все. А вот мы, короче, полностью разобрали мотор. Так, блок цилиндров в хорошем состоянии, головка тоже. Ставим ее обратно. Клапанный механизм ремонтируем. Ставим обратно. Ух, какой он чистенький. Так, распредвал ремонтируем. Благо тут ценники нормальные. Так, цепь ГРМ нам нужно купить. Сколько она стоит? О, 30 рублей всего. Шикарно. Так, поршни ремонтируем. О, 38 рублей. Так, коленвал ремонтируем. Так, дальше. Масляный насос нам нужно. Запчасти. Где масляный насос? Ага, вот вижу, 30 рублей. Ой, я поставил старый. Где вот-вот новый масляный насос? Поддон. Далее. Масляный фильтр. Топливный насос. Выпускной коллектор. Впускной. Маховик. Сцепление, стартер, генератор,
Кив. Водяной насос. Приводной ремень. Трамблер. Радиатор. Вентилятор. Клапанная крышка. Карбюратор. Воздушный фильтр. Так, по-моему, все. Вот, все, у нас теперь мотор работает. Отлично. То есть по мотору мы ее всю сделали. Так, ходовая, ой. Как плохо ходовой. Рулевой механизм, передняя подвеска, задние пружины, передние амортизаторы, выхлопная система, передние тормоза. Да, конечно, машина полный хлам. Давайте ее... Так, склад. Ага, давайте утилизируем. Ой, сколько тут утилизировать. Копеечки, но все равно. Так, что у нас тут еще? Инфо. 327 рублей мы потратили на эту машину. О, фига себе, подробные характеристики даже про мотор тут можно узнать. Тюнинг. А, мастерская третьего уровня. Покраска. Блин, по кузовне еще восстанавливать ее. Ну, так-то прикольная игрушка. Ну, максимально простая, конечно. Так, что, город? Давайте в гараж поставим. Как ее в гараж-то поставить? Так, я что-то не понимаю. Мастерская. Мне нужно машину поставить в гараж. А как это сделать, я не понимаю. Так, гараж. Странно. То есть, пока мы ее не восстановим, мы ничего с ней сделать не можем, я так понимаю. Вот и я ввязался. Так, ну, время подходит к концу. Да, наш обзор подходит к концу. Я думаю, за эту серию было все прекрасно понятно про эту игру. То есть игра примерно как Car Mechanic, только более упрощенная версия для мобильных телефонов. Просто нужно тапать по экрану и в принципе все. Тут есть и тюнинг, кстати-то. Тут, ну, нормально так можно затюнить. Но это, конечно же, надо просто играть и открывать. Не знаю, напишите в комментарии, как вам игра, интересная или нет. Если вам зайдет, можем записать еще несколько серий по этой игре. В принципе, ну, неплохая игрушка, можно поиграть. Особенно, когда чего-то вы ждете там или едете. Конечно, на постоянку я бы не стал играть. Лучше в комп зарубиться, так сказать, или в плойку. Ну, или в Xbox, я не знаю у кого что. А даже если вот оценить эту игру... Ну, я не знаю, ну, троечка, наверное, пойдет. Графон, в принципе, на графон наплевать. Главное, интересный геймплей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Всем пока.